Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Introduce the first fighter in the blue corner from Chelyabinsk. He is 30 years old, 188 centimeters tall and weighing in 84.35 kilograms. His professional record: 6 bouts, 4 wins and 2 defeats. В синем углу боец из города Челябинск, ему 30 лет, рост 188 сантиметров, вес 84 килограмма, 350 граммов. Представляет бойцовский клуб «Такуми». Профессиональный рекорд 6 боев, 4 победы и 2 поражения. Сергей Курбатов! His opponent in the red corner from Moscow. He is 30 years old, 187 centimeters tall, and weighing in 83.85 kilograms. His professional perfect records: 4 bouts, 4 wins. В красном углу боец из города Москва, ему 30 лет, рост 187 сантиметров, вес 83 килограмма, 850 граммов. Представляет бойцовский клуб Universal Fighters. Профессиональный рекорд 4 боя. Во всех одержаны победы непобежденный Евгений Товаровский. Рефери в октагоне Виталий Чалый. Бойцы на середину. Бойцы, соблюдаем правила. Сетку, экипировку не хватаем. Руки пожали. По углам. Послужные списки, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Габаритные, кстати, ребята, судья. Я вам скажу, для среднего судья. Веса высокие, 1,87 м. Готов боец? 1,88 м, сухие. Первый раунд, бой! С длинными рычагами. И что хочется ответить, что во всех своих поединках, оба бойца во всех своих победных поединках, они заканчивали их в первом раунде. Да. Что один, что другой, да. Что называется, думаю, что времени на раскачку не будет, как говорится. Ну да, стартуют достаточно быстро ребята. Но если Никита Курбатов, он такой душитель, такой стренглер, то у Тубаровского есть победы и приемами, и ударами. И ударами, да. Пошел вперед. Евгений Тобаровский. Тобаровский так пытается поджимать, пока ему немножко отдал здесь пространство. И, слушай, смотри, тут же завязался Курбатов в клинче. И сейчас попытается перевести, конечно же, Евгения Тобаровского. Тобаровский пытается отзащищаться здесь, снять захват со спины, но пока не получается. Курбатов настроен на партер. Через подсечку пытается... Есть, успешный. Ну и прекрасно понимает Тобаровский, что опасен этот парень в партере, пытается встать по сетке. Ему это удается, но надолго ли? Пожалуйста, нет, еще один перевод. Да. 2-0 по тейкдаунам. Никита Курбатов, пожалуйста, вашему вниманию. Ну и будем смотреть, что, как он будет улучшать позицию. И сможет ли выбраться Евгений Тобаровский из-под Никиты. Никита пока соперника просто контролирует, постукивает. Будет ли выходить на прием? Так. Удалось встать Евгению Тобаровскому. С Курбатовым все понятно сейчас в этом раунде. Он будет стремиться в партер. Хороший удар по туловищу от Курбатова. Вот такой больше, мне кажется, отвлекающий. Сергей Курбатов. Да, Сергей Курбатов, прошу прощения, не Никита. Никита Курбатов — это другой боец, которого мы еще увидим. Забирает ногу. Здесь Сергей. Перевод успешный. Третий за раунд. Но здесь такая позиция опасная для Сергея. Здесь может сконтрить сейчас Евгений Тобаровский. Или выйти в бэкмаунт. Нет, не получается. Пытается встать по сетке сейчас Евгений Тобаровский. Курбатову нужно блокировать ноги, но пока у Сергея это не получается сделать. Да, успешно встает, поднимается на ноги, да, Евгений. Но сейчас нужно снимать захват с поясницы. Однозначно. И попытаться разорвать дистанцию, если получится. Нет. Есть тейкдаун, третий уже в исполнении Сергея Курбатова. Да. Четвертый. Четвертый, коллега. Ну что, выход на Кимуру будет с чьей-либо стороны? Получится ли у Тобаровского сконтрить здесь и выйти на Кимуру? Такая пауза у нас, никто ничего не делает. Между тем Курбатов пытается так пройти ноги своего соперника, пытается улучшить свою позицию. Нет, Тобаровский отказался от идеи выхода на Кимуру.
Ну что, Евгению нужно опять вставать по сетке. Что он, собственно, делает. Но вопрос опять, надолго ли. И есть пятый тейкдаун. Пятый тейкдаун, да. Большое количество тут переводов. Очень большое количество сил Сергей Курбатов тратит. Да, то есть тейкдауны есть, а развития, как бы, продолжения нету. Контроля, да, и наноса ущерба там как бы нет пока. Ну нет. Еще, да, вот так попытка удается. Есть, шестой. Но при этом надолго удержать здесь Сергею Курбатову не удается своего соперника. Евгений Тоборовский все равно пытается встать. Вот, хотя вот теперь, да, газ застегивает. Видимо, решил немножко вот здесь отзащищаться. Что будет делать Курбатов? Будет ли он выходить на удушающий прием, чем он, собственно говоря, и прославился? Удастся ли ему задушить Тоборовского и как он это сделает? Вот в чем вопрос. Руки пока заблокированы. Точнее, не то чтобы заблокировано, но не сильно пускает вход в руки. Вход в руки. Сергей Курбатов, как ты говоришь, тратит силы. А раунда 3 у нас на самом деле. И до конца первого стартового раунда у нас остается меньше минуты уже. Ну, можно, да, наверное, сказать, что за счет тейкдаунов, да, все-таки Курбатов этот раунд скорее выигрывает. Но раунд не закончен, кто знает. Что может предложить в ответ Тоборовский? Три раза с правой руки здесь достигает удар от Сергея Курбатова. Насколько они плотные, так тяжело сказать, потому что здесь мощным удар нанести достаточно сложно. Опять встает Евгений Тоборовский. Пытается зацепиться за ногу Курбатов. Будет ли у нас еще один тейкдаун в первом раунде? Да. Вот колено от Тоборовского. Там и вот сам уже, вот так вот уже Евгений. Сам. Отквитал один тейкдаун. 6-1 по тейкдауну. Между тем, концовка у нас первого раунда. Ох, как бы ребята не потратили все силы в первом раунде. Стоп! Очень интересно, какими они выйдут на второй. Готов, боец? Готов. Второй раунд. Бой! Ну что ж, удивят ли нас приятно ребята во втором раунде? В первом раунде Никита Курбатов выиграл по тейкдаунам 6-1. Так вот, подхватил ногу здесь своего соперника. Ну вот, и пошла рубка. Пошла рубка, и тут же через рубку добрался до поясницы соперника Никиты Курбатов. Знаете, что он будет делать? Нет, не знаете. Вот Евгений Тоборовский сделал то, что должен был сделать Евгений Курбатов. Сергей Курбатов, да что же такое сегодня? Много имен. Гигабайты памяти заканчиваются. Вот так вот за спиной своего соперника здесь оказывается. Но ноги не почти заправлены. Кстати, там ноги здесь. Ну, у так. Евгения, да. Ну, такого жесткого треугольника нам нету. Не совсем. Так, и что? Будет душить Тоборовский? Насколько сложно будет, наверное, сделать именно это из этой позиции. В принципе, да. Локоть-то, рука уже под подбородком. И достаточно плотно. И не просто Курбатову. И не... Оха! Да. Там хороший захват. Стоп! И сдача! Вот так вот, задушили душителя. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на первой минуте 9 секунде второго раунда. Победу удушающим приемом одержал. Рефери stopped the contest 1 minute 9 seconds round 2. Winner by submission Евгений Тоборовский.